В Японии, где уже наступило 6 августа, вспоминают всех, кто погиб в результате американских ядерных бомбардировок 70 лет назад. В Хиросиме мужчины, женщины и дети с бумажными фонариками обошли атомный купол. Под этим именем весь мир знает единственное уцелевшее во всем городе здание. В 45-м там был выставочный центр, который выгорел и частично обрушился от ударной волны. Находившиеся внутри люди погибли. Население Хиросимы насчитывало 350 тысяч человек до того, как на город сбросили бомбу. К концу 45-го 140 тысяч умерли. И потом еще очень много жизней унесла лучевая болезнь. 9 августа будет еще одна траурная дата – 70-летие бомбардировки Нагасаки.